А, вон тут что, ребята. Нима решила пройти, но, к сожалению, она тут встала. Пацаны, плывем! Плывем, ребят. Видео не заканчивается, а только начинается. Можно рыбачить прям. Да, можно, блин. Одна наклейка стоит, вторая наклейка стоит. Александр у нас будет преодолевать, потому что там мы все застряли вообще. Убирает обороты. Красавцы прошли. Как вторая мина, Серега. Красава, красава. Вторая. Прошел, прошел. Все, ребят. Ребята, стол. И вот, наконец, сегодня первая монета, которая откопана. This is the future. Ребят, друзья познаются в беде. Вот пацаны, как бурлаки, меня тащат. Всем, ребят, привет! Ну вот, начинается наше приключение. 2022 год. Я трогаюсь от дома на встречу с друзьями. Сегодня у нас будет очень интересное видео, громкое видео. Открытие в кругу своего коллектива. Приедут гости, обмен подарками, находки, ну и, естественно, само мероприятие. Надеюсь, коп у нас состоится. Так что погнали навстречу. Время 6:55. Так что выезжаем. Ну что, ребят, подъехали, место встречи у нас здесь. Паша уже в ожидании, в нетерпении. В общем, пацаны самарские подъехали, пацаны сергиевские. Вот сейчас вот поприветствуемся. Еще должен Рустик приехать. Рустик, блин, с ночи где-то здесь копает. Вот так что у нас Рустик один. Вот бригада вообще у нас, бригада Ух, собралась до двух. Со всеми будем знакомиться, когда приедем, пробьем себе дорогу. Вот за столом познакомимся, пообщаемся. Ну, я думаю, мы нигде вот с таким вот Боб стоит, нигде не застрянем.
Так что, я думаю, коп сегодня точно состоится. Итак, ребят, ну чё, я последний, так получилось. Боб самый первый пошел, и что-то Боб сдает уже задом. Что-то, наверное, там уже проблемки какие-то. А, вон тут что, ребята. Нима решила пройти, но, к сожалению, она тут встала. И ее Боб потащил за собой. Вот такая вот здесь у нас сегодня будет грязюка. Ребят, решил заснять маленькую лужку, маленькую грязьку. То, что мы сейчас протопали, это жесть. Вон последний у нас добирается Паша. Забрал он Рустика. Вот. Сейчас поедем в жесть полную. Ребят, Боб проехал, но здесь такая беда вообще, жесть. И сейчас у нас Нива попытается проехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Нива прошла. Но она легкая, ребят. А я тяжелый. Я вообще тяжелый. Вторая Нива, Серега. Ух ты, блин. Охренеть, блин. Я переживаю, как я сейчас поеду, блин. Ребят, Паша, как он сейчас поедет, и мне придется ехать так же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, Паша не проехал. Да. Короче, жопа. Сейчас вон Боб будет лебедочки таскать. Блин. Та сторона вообще провалилась у нас. Ой-ой-ой, тут вообще у нас жесть, ребята. С той стороны полностью колесо провалилось. Да просто мы ошиблись, Паш. Они вот здесь вот прям ехали, вот так вот бум, провалились и пошли. У него бампер уже сидит. Да, бампер вот прям вот уже. Да. А здесь передний не выйдет. Не выйдет? Передний не выйдет.
сейчас мост стоял, рань! Ёж твою мать! Ёж твою мать! Блин, если он тут ударился так... Чё-то я, ребята, переживаю, очкую. Оторву нахрен бампер. Итак, ребят, в общем, мы доехали, сейчас будем со всеми знакомиться, дарить друг другу подарки. В общем, видите, за моей спиной чудо стоит. Это не кусок грязи, ребята, это мой купомобиль. Напоследок, вот знаете, в лагерь заезжали, думаю, давайте здесь остановимся. И напоследок вот здесь вот просто-напросто не могу заехать на клею и немножко застрял. Благо, хорошо, что находится у нас вот с нами Боб. Вот он, Боб, и он сегодня таскал... В принципе, и у вас, и вот меня сейчас дергал. В общем, у нас идут сейчас приготовления. Вот. Здесь вот. Чё-то у нас. А, самый главный атрибут. Ложка. Ложка, самое главное. Вот. В общем, пацаны там уже поляну накрывают. Как обычно, водочка, сало, ребята. Помидорки, огурчики. Пацаны, за открытие, дай. Вот, ребят, открытие уже началось. В общем, сухи. Сейчас все голодные. Сколько мы эту дорожку, вот эту вот, которая у нас занимает всего сколько? 20-15 минут летом. Ага. Сейчас затратили сколько? Три часа, ребят. Три часа мы ехали. Четыре часа ехали, вот, ребята, все-таки доехали. Один, блядь, запахнул, блядь. Вот, в общем, ребята, сейчас у нас начнутся подарки. Какие подарки? Кто кому? Паше мы уже вручили. Под заском. Подарочек. Пила стоит, но... Афишировать мы не будем. Мы скромные ребята. Вот. Ну, остальные подарки в процессе за поднятие рюмочек и всех наших присутствующих. В общем, ребят, вот все присущие друзья, товарищи, с многими сегодня познакомились. С нами, между прочим, один из блогеров. Мы с ним еще поближе познакомимся. Вот именно тот, который на Бобе. Да, Боб, большой лоб, да, или как его еще назвать. В общем, доехали. Благо, начнется у нас сезон. Ну что, ребят, по рюмочке бахнули за открытие сезона. Ну а сейчас давайте смотреть, кто чего будет дарить. Начнем кого? Наверное, с гостей. Да, гость у нас сегодня один, Паша с Казани приехал. К сожалению, другие комрады не смогли приехать. Ожидалось шестеро, но Паша один. Верный нашему сообществу. В общем, Паша первый начинает дарить подарки. Вот. Погнали. Вот. Саш, я знаю, что у тебя было день рождения, был прекрасный стрим. Было вообще много интересного. Ребята, задонатил крупную сумму на день рождения, между прочим. На Deus 2? Да, на Deus 2. Помним, помним. Обещал привезти подарок. Тот подарок я еще в производстве держу, но с пустыми руками приезжать нельзя. Это закон. То есть ты еще хочешь какой-то в процессе подарок? Да, он у меня в производстве тут пока. И интрига, да, ребята, интрига. Есть вещь, там совместно с Ютубом все делается. Uh-huh. Вот, мы знаем, что Саша у нас пограничник, да? Над миром вновь ликует светлый май, который раз мы празднуем победу. У него есть собака, я ему сказал, привезу молодого наблюдателя с собакой, да? Поэтому продолжим эту тему, подарим ему вот такую вот вещь. Ох ты, ну ты гнутый! Это вот ЛФЗ, вот фарфоровая. Это красота! У меня жена вот такие вещи обожает вообще, всякие статуэточки. Это Советский Ребят, Союз, смотрите, какая. Живая целая. Советский Союз? Это ЛФЗ, ленинградский фарфоровый да завод. Да ну нафиг, а! Полноценная. Смотрите, что, ребята! Вот эта штука, ребята, если вам интересно, загуглите, сколько стоит в интернете.
Паша от души подарил мне вот такую вещь. Шикарная вещь. Я очень рад этой вещи. То, что он не связанный с копом подарил, но связанный вот с такой вот тематикой. Обожаю. Эта вещь прям зачетная. Зачетная. От души. Паша. От души. Ну что, у нас есть еще один презент. Еще один? Это уже Рустику. Рустику? Да. Рустику, ребята, Рустик. У нас Рустик постоянно пропадает куда-то, когда Паша приезжает. И Рустик постоянно пропадает. Вот, Рустик у нас лицо не публичное, да? Я либо его замажу, да, вот так. Либо лицо в кубиках я до сих пор разобрать не могу. Либо я его просто это самое не покажу. Ну, замазывать это мне сложно, ребята. Это просто несколько слоев накладывать. Так что я просто его покажу, как он берет. Паша. Мы Рустаму хотим сделать такой подарок совместно от всех, от нас, от Казани, от наших, так сказать, комрадов. Подарок будет очень интересный, я думаю, очень значимый, связанный с деятельностью. Тут в родной упаковке. Да ладно! В тяжелом металле. Да ладно! Мы ему подарим вот это. Офигеть! Твою девять! За отличную службу МВД! Ребята, Советский Союз, оригинал, Монетный двор, да. Ленинградский. Все, бля, завтра же в Казань еду. Блин, Руса! Твою... Причем, ребят, ребята, Рустик у нас действительно связан с МВД. Вот, из-за этого я его не показываю. Обалдеть. Вот, и, короче, в тяжелом металле. Все, придется замазать. Блин, все. Раздавить. Блин, он... Второй металлоискатель. Рустик слезу пустил, ребята. Обалдеть. Красавчик, зачетный подарочек. Вещь не из дешевых, ребята, я вам сразу хочу сказать. Обалдеть. Вещь огонь. Это раритет, ребят. Это раритет. Что, мы следующие, что ли? Ребята, а теперь мои пацаны решили мне тоже сделать подарок. Подарок такой. Они сказали: Саня, открытие, ты должен проставляться. Я когда увидел, я такой... Ну, придется. Придется. Лапу, раз, потому что там уже руки тянули. Автомобиль. Мое. Почти. Автомобиль! Весомый. Они, смотрите, вдвоем пошли тащить. Кого? Труп. Труп? Я надеюсь, это не надувная женщина. Которую сняли из ногтей. Так. Чтобы нам в машинах не возить мангалы. Я знал. Это как мужчина дарит своей жене, да, сковородкой и все такое, чтобы я всегда это достал. Ну, вещи, ребята, огонь. Тем... Мы же не можем обычные мангалы. Да, ребята, один шампур стоит только бешеных денег. Мангал, а здесь получится... Ой-ой-ой, ребята, спецзаказ, ребята, спецзаказ. Вот так, как вот лучше? Во, смотрите, спецзаказ, поиск 63. Ай-яй-яй. А здесь что? Сообщество. Ну, пацаны, ну обрадовали. Эксклюзив, такого больше нету. Блинский. А русский мне вот шампура подарил, правда, он не знает об этом. И вот такие шампура. Сегодня мое мясо будет, наверное, здесь париться, да? Или все-таки на Казанском? Казань уже убирает. Так, зачетно. Ну, ребята, я Паше тоже хочу сделать небольшой подарочек. Плюс он у меня, как помните, крутил рулетку. Монетки там я ему тоже так догонку дам. Вот. Так что и Серегу у меня тоже должен получить, потому что он меня тоже выиграл на стриме. Но это в процессе. Под вторую, под третью. Сколько лотерей упало. Так что, ребята, за второй, за третьей рюмочкой я, ну, тоже немножко подарю. Ну, а сейчас давайте немножко перекур сделаем, да? Там вон колбаса рубится. Не режется, а рубится. Так что, ребята, смотрим, будет интересно. Уже интересно, да, ребят? Интрига, да? Красавцы. Спасибо всем, спасибо. Ну что, ребят, продолжаем, да? Продолжаем наше чаепитие. Тут все нормально. Так, ребят, где у нас чай? Чай? Вон. Чай. Кружка. Так, под третью или под четвертую, а может быть под пятую, не знаю. Но вы думаете, подарки у нас закончились? Нет, ребята. Подарки у нас продолжаются. Вот, сейчас мы чисто от Самары Паше подарим Казани. Вот. Вот такая вещица. Вот, подарочная упаковочка. Эксклюзив, ребята.
Я не знаю, Паша у нас не употребляет, но я думаю, он просто как экспонат. Самарское настоящее пиво, ребята. Самарское настоящее, да. Вот, такая вот эксклюзивная упаковка. Придется вот начать. Надеюсь, тебя жена не смотрит. Она смотрит, а что она не знает. Если ты начнешь пить, ты знаешь, во что ты превратишься. Да. Пацаны заугарали, но они просто не поняли, о чем я имею в виду. Я думаю, жена его поняла. Вот, так что, ребята, вот такой эксклюзив от нас, от Самары. Вот. Ну, я просто хочу от себя еще тоже сделать небольшой подарок. Я знаю, что Паша собирает медали. И скромно от меня, не знаю, есть она у него, нет, но я ее отреставрировал и выполнил вот в таком вот. О, спасибо. Вот. Если она тебя не устраивает, как-то что-то, я не обижусь, если она обменяет на более какой-то эксклюзивный предмет. Вот. Ну и, Паша, я это здесь вот замотал. Я думаю, дома посмотришь. У меня Паша это крутил рулетку, и он у меня выиграл 4 монеты. Вот. Царские монеты. Так что, Паша, тоже можешь спасибо. С ними решать, что хочешь. Все, это вот. У меня победа в этот в коллекцию обязательно. Да, там три царских копейки, потому что красные жетоны выигрывал, и одна двушка, желтый жетон он выиграл. Соответствующие вот монеты. Так что, ребят, участвуйте, крутите рулетку, так что побеждайте. Ну, а мы, конечно же, возвращаемся к чаю. Да? К чаю. У меня еще есть что сказать. Так, рассказывай. У нас мы... Первый раз с Ильей видимся, да? Угу. Я вот тоже думаю, что будет не совсем правильно, если мы ему ничего не подарим, потому что точно. Сереге уже подарок вручили, Саше вручили, Рустаму вручили. Вообще всем присутствующим практически. Но сейчас осталось еще, думаю, все вручим. Да, осталось немного чая попить, ребята. И у нас сегодняшние гости, просто мы на них не рассчитывали. Но Паша, он чистая душа, да, Казань, она такая, знаете, щедрая Казань, да? Может быть, и пацанам тоже что-нибудь перепадет, да? Перепадет? Вот это, думаю, да. Ой-ой-ой! Вот это... Смотрите, идет. Какая прелесть. Это монеты, что ли, да? Да. Это наподобие ты мне таких дарил, да? Да, да, да. Да. Ребят, смотрите, зеркальное отображение. Уй, Сохран Уинс, ребята, там еще мухи не сношались. Спасибо. О, красавчик, ой-ой-ой. Что там у тебя еще, блядь? Еще осталось. Ребят, там еще что-то осталось. Вот, так что, вот так вот, ребята. Я Сереге еще должен подарить кое-что, потому что он меня тоже выигрывал. Да, он обойдет. Сделал ручную работу для него. Вот, он у меня на стриме тоже выиграл эксклюзив таких, как бы... единичные штуки, потому что я их делаю своими руками. Я вот. За него. Серега сейчас немножко занят, да? Сейчас он настроение наберется, там он немножко отдыхает, возбужденный, общается. Вот, так что чуть попозже я тоже свой эксклюзив подарю. Вот, так что погнали. Дальше чай пить. А копать когда, да? Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, ну что, Паша вроде не пьет чай, вот, но он раздобрел и что-то он там тоже вон в руках готовит. Именно опять? Пацанам, которые он вообще не знает, не видел. Сегодня вот познакомился. И вот Казань, ребята, я думаю, что вся такая Казань, как этот Паша, вот, чистая, открытая от души. И он, у меня почему нет таких? Паш, смотрите, какая она цветная. Вроде только что уже показывали. Нет, два вида было. У меня нет такой, Паш, ты мне не дарил. Да? Мечеть, Кул Шариф, Казань. Офигеть. Ребята, от всей души. Опа-на, красавцы, красавцы. Дениска? Нет, Дениске я считаю, что обязательно такой нужен подарочек. А к другому Дениске тоже. А и тоже Дениска? Тоже Дениска. Ёпт, сколько у вас Дениска? Да, я говорю. Кстати, у нас Дэн вот этот вот, он сегодня будет такой вкуснятину готовить. Мы прям будем... Это будет попозже. Да, может на камеру снимем. Это что за блюдо?
Да что придумаем? В смысле придумаем? Мы придумаем. Нет, ты говорил, что ты спишь. Ну, жарить в прошлый раз. И шулюм варить. О, шулюм! Шулюм! Шулюм, ребята! Если знаете, что такое шулюм, ну-ка быстро в комментарии написали. Мы вам покажем. А это потом. А пусть они напишут, что такое шулюм. Вот, так на что. Свежей говядинки. Свежий говядинка. Ай-яй-яй. Так что ладно, вроде как подарки немножко. А, не, у меня еще подарок. Есть. Вот. Где? Ребята, где-то подарок. Короче, как бы, я не скажу, что у меня руки там жопы. Я под. А, вон он. Сереж! Напоследок, на пасашок! Блин, ну ладно, подождем. Итак, ребята, немножко, еще немножко. Паша еще продолжает делать подарки от Казани. Вот, и смотрите, видите, что он приготовил? Ребята, смотрите, целый рулончик. Вот, так что эти наклеечки будут раздаваться, разыгрываться. Паша у нас действительно, вот, знаете, благотворительностью занимается и очень сильно помогает моему каналу. Вот, здесь наличие у нас 50, да, Паш? Сейчас чуть-чуть поменьше уже отрезали. Ага. И вот, смотрите, прячет. Все присутствующие получат от меня, да и, в принципе, в прямом эфире мы наклеим на автомобиле. Вот такие у нас сегодня сколько? Уже пошел клеить? 5 наклеек? 8. И вот, смотрите, наклеек. Если увидите такую наклеечку, этот человек означает то, что он нашего сообщества, поиск 63, и мой друг, товарищ Камрад. Вот, Сергиевск, вот он. Так что это... А, кстати, я... Вот, видите, у меня здесь сверточек лежит. Сережа, обещал, держи. Ой, ух ты, наконец-то. Давай вместе откроем, посмотрим, что там. Конечно, надо проверить, вдруг разбился. Не, я, видишь, как обернул хорошо, чтобы не разбилось. Вот такая для пива. Ой, ты сам что ли, да, делал? Конечно, я же тебе говорил, что это ручная работа, то, что я это все делал сам. Сделал логотип нашего сообщества, это кладоискатель, грубо говоря, я, да, потому что собака здесь кинг, и символика Российской империи, причем... Здесь у нас логотипы козел, Самары. Да? Сам ты козел, козел. Вот такая кружечка. Эксклюзив, ребята. Эксклюзив. Я думаю, он сегодня ее обмоет, будет из нее компот пить. Будем нальем. Нальем? Расконокаем ее сейчас. Вот, так что сейчас мы будем клеить на каждую машину. Ребята, стол. И вот. Наконец, сегодня первая монета, которая откопана. И кто это, гадаете? Не гадаете. Это наш... Несчастливчик Илюха. Я первый человек. 31-й год. Старый образец. Илюха, ты прям отразился сегодня. Я тебя твои навел. Охуеть. У нас никогда Илюха не отражается. Счастливчиком или т.д. и т.п. Ну вот, первый раз. От стола отошел, включил и монета. Ну, катушка новая. Ну что, ребят, пацаны уже копают вовсю, уже монеты находят. Но, к сожалению, наш сегодняшний спаситель, вот именно вот этот вот, видите, да? Канал Радик 4x4 собирается домой, хочет нас покинуть. Не знаю, как мы будем возвращаться завтра, послезавтра, когда это состоится, но он хочет. Рад, иди. Хочу вам посоветовать, ребята, этого Камрада. Он также копает, но копает он в основном по металлу. Вот, у него есть свой канал, вот этот вот. Видите, да? Наклеечка наша и его YouTube-канал. В общем, он расскажет, что он чем занимается, заинтриговать, заинтересовать вас нужно. Вот, так что рад. Пару слов. Че, нравится? Грязь поместить маленько, машину построил для вот покатушек 4x4. Я так профессионально не занимаюсь этим покатушками. Ну, так, для любительских. И копаю то же самое. В основном чернуху всю копаю. Ну, просто интересно. Ну и бывает монетки нахожу. Здесь тоже монетки прикольные.
почетно, в принципе, это так и нужно, да? Для мужика что нужно вообще? Вот такой автомобиль, лопата, металлоискатель, и чтобы был заработок. Что у нас Радик и поступает, да, что он делает. Так что, если интересно, покатушки вот на этом нашем сегодняшнем спасителе. Металлолом, как заработать именно на металле, металлопоиске. Заходите вот на этот канал. Видите, Радик 4×4. Да. Как канал, так и его зовут, этого комрада, Радик. Да. Подписывайтесь, ссылочка будет под этим видео. Ну и любители Радика, заходите к нам. У нас тоже бывает интересно. Иногда помесим говно. Вот, так что, ребята... Если что, звоните. Звоните. Ты телефон свой укажешь? А у меня есть там телефон? Чтобы вытащить кого-то где-то? Не, ну бывает же. Так что... В районе же. Я Сергиевская, так что... Да, ребята, Сергиевский, если что, номер телефона даже тоже укажу. Хотя, наверное, это не нужно, да? Ну, сами понимаете, да, о чем. Там видео, у меня везде номер телефона светит, если что, не переживайте. Все, тогда добро получено. Звоните, пишите, подписывайтесь. Ну и все. Наш вот этот синий уезжает. Пока. Ребят, стол. Делегация небольшая пошла. Чему я иду снимать? Первая монета была. Это советская. И вот отличился. Отличился Серега. Значит, это, ребят, не совет, да? Чисти давай. О, это копеечка. Я и тот сезон открывал с копейки. Да? Ну, у тебя прошлый сезон неплохо это. Ой, а сохран хорош, бодрый. 1904 год. Не из дешевых. Нет, 1902 находил. Хорошая, неплохая. Ну, поздравляю с почином. Надо самому пойти по-любому уже заряжать, да? Ребята, взял камеру заснять находку. Вот пацаны не дадут мне соврать. Пацаны, не дадите мне соврать? Я только что вот с Денчиком хлопнул. Прямо на моих глазах. Пацанов кричу, пацаны, как, чё? Говорит, пусто. Я держу в руках ваниш вот здесь вот, и это говорю. Пацаны, вот смотрите, вот вы думаете, что они... Пик, да? Я вам сейчас только что запикал. Вот. Они меня знают, ребят. Паша, говорю, Паш, сколько даешь времени, чтобы я нашел монету? Ванишем. Ребята, ваниш 540 версии Pro. Паш! Вру, нет? Нет. Он мне дал 7 минут, ребята, 7 минут. Говорил вот здесь вот. Прошелся вот так. И у меня, ребят, первая монета. Я ее уже потер, пацаны, видите? Пацаны уже здесь собрались, уже разбежались. И это у меня первая монета сегодня, трешка. Вот, ну не старая, наверное, 55-й год. Ребята, чё? Да? Вот, так что, ребята, вот так вот, ребята. Опыт не пропьешь. Сколько бы ты чай не пил, один хрен. Опыт есть опыт. Ладно, продолжаем. Кстати, вон, видите, опыт набираются там комрады. Это после того, как я поднял, они вот здесь откопали и сразу ломанулись вон туда опыт зарабатывать. Ну, вот так вот самарские комрады набираются опыта в общем дружном составе, коллективе за столом. Ладно, продолжаем. Видите, вон вдали Серега кричит, иди снимай. Смотрите, Паша один идет ко мне. Паша второй. Паша ко мне второй идет. Ну что, Паш, давай. Так. Не чистил. Так, у Паши Казань. О, хорошая. Это мировая эта херня почтовая. Да? РСФСРовская она, по-моему, идет. Да, РСФСРовская, видишь? А не десантники? Не-не-не, это вот типа мировое что-то. О, а это у нас крышка. Крышка. Латунная крышечка. Ну, от была еще чайничка. Копеечка. Копеечка, да. И у Сереги. Серег, что было, Серег? Смотри, тут что по бокам что-то было написано, да? 2 копейки серебром у Сереги. Нифига там крупнее. Чуть позже я покажу. Да, они ходят по задам, по огородам. А я хожу вокруг фундаментов. С Кингом. Кинг вам бутылки мясо ходит, собирает. Бутылочник. Я по фундам. Потом? Да, вон у Паши, смотрите, в кулачке огромное количество монет. Я чуть позже, когда пойдем на перекур, засниму. Он у нас с Рустиком оставался. В ночь. В ночь. Ночью копали, они по огородам ходили. Ну, я уже это озвучивал.
Вот, так что их находки покажу. Ну там серьезно. Серьезно такая артиллерия. Тяжелая причем. Ребят, ходим бродим. Что-то я уже устал немножко, надо в лагерь идти. Вот, находок особо нету. Но знаете, был приятный такой звонкий сигнальчик. Я вон Паше говорю: Паш, что-то крупное, что-то зелененькое. Размером что-то... Размером вот. А-а-а, царь, ребята, царь. 2 копейки. 2 копейки. 1815 год, да, или 13-й. 15-й. Вот такая красотка. Первый царь у меня сегодня. Видите, я даже руки еще не успел испачкать. Ну, такая, я вам хочу сказать, бодрая, хорошая. Да, зачетная. Хорошо, первый царь. Поздравляем дружно. Сезон открыт. Совет, теперь царь. Пойду похвастаюсь Пашей. Итак, ребят, вон там поднял двушку, вот, именно последнюю находку. Потом вот в этой ямке я поднял обломок. Сейчас покажу, ребят, сейчас покажу, секундочку. Обломок от... нет, это трешка. Сейчас, секунду, пацаны, ждите, ждите, ждите. Обломок, вот, смотрите, обломок от царского пятака, возможно, может, от трешки. Видно силуэт, да, видите, да, профиль. Николаевский формат. Вот, и был здесь сигнальчик у меня. Я как бы, знаете, сомневался его копать. Ну как копать, сигнал есть, надо копать. Но выпало беленькое. Я думал, может, какой-нибудь советик, как минимум. Потому что как бы я сейчас даже вижу, что это царское серебро. Но сомневаюсь в том, настоящая ли она. Потому что какой-то цвет безобразный. Сигнал неустойчивый. Нельзя. Это свайкинг. Вот. И вот, вот, ребята. Советская есть. Медь есть, а вот серебро. Вот она, десяточка. Угу. Вот. Ну что-то, Паша, она так мерзопакостно звенит, Паш. Ну никак не серебро. И с охраной вообще не серебро. Сейчас. Вот. Так что ладно. Все есть. Совет, медь, серебро. Открыли. Ребят, смотрите, камушек ко мне пришел. Камушек. И я первый, кто достает ее. Ну, хочу сказать, спустя 100 лет, наверное, да? Ну, я уж тоже так думаю. Формат николаевский. А вот кто именно? Ну, копейка. Немножко деформации, но ничего страшного. Это правится. Да, с медью. С первой медью, да, Паш? Ну... В этом году. Нет, зачем? А у тебя был уже? Двушка 24-го. А, двушка. А это царь. А, это царь. Красавчик. Все хорошо. Паш тоже разоблачил. Как говорится, размочился. 11-й год у него. Ладно, дождик продолжает моросить. Мы вот копаем, да, не знаем, как мы завтра отсюда будем добираться. Хрен его знает. Теперь все будет в горку. Это мы ехали в низину постоянно, да? А? Я говорю, теперь в горку будем ехать завтра. Ладно. Да, завтра предстоит еще одно страшное приключение. Да. УАЗик сегодня успел немножко потонуть. Но... Ну, мы все видели это, как ты там зарылся. Прям по самые помидоры. Ладно, продолжаем. Ребят, у меня находка, сигнальчик советский был. Я не хотел вам показывать. Но тер. Ну, вы знаете, выпала пятнашка, но не 42-й, а 50-й. Я, к сожалению, пока не знаю стоимость монеты, но вы, наверное, уже знаете. Сейчас прозвучит дзынь-дзынь и обрадует цена данной монеты. Но я такие, как бы, 50-го года, пятнашки. Ну, блин, Паш, они же как бы не встречаются, да, Паш? Что-то да, это не такой год, что 50-й год, блин. Не знаю, меня не встречался. У меня 42-й встречался, а вот 50-й еще не встречался. Ладно. Если что интересно, я, конечно же, возглас свой издам, посмотрю на ценник данной монеты. Сейчас в лагерь приду, каталог посмотрю и. Ну ладно. Советы есть. Я думаю, как минимум здесь на ночь можно забуриться недалеко от лагеря. Ладно, посмотрим. Ребят, дождь продолжается.
Паша все-таки решил свою находку помыть. Что за находка? Так, интересно. Это царская. Царская копейка. Царская копеечка. Николаевский образец. А что за именно? Не знаю, но видите, да, силуэт такой. Ну, до этого мы идентифицировали. Да, тереть не будем. Находку, нет, до этого копейка, которая была. А, 94-й там, был, да. Там даже не Николай. Александр. Что-то подустал я. Ладно, монету находим и перекур. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Кинка, иди сюда. Все. Итак, ребят, ну что, на сегодня закончили коп. Немножко еще потемнул. Покопали. Я нашел несколько монеток советские. Ну, ничего интересного нету в этом, и я не снимал. Тем более, вы знаете, ночью снимать на камеру качество отвратительное. Вот, так что все. Все залезли по машинам спать. Завтра будут новые приключения, новый оффроуд. Так что смотрим, будет тоже не менее интересно. Ну что, ребят, доброе утро. Посиделки за столом не снимал, вы уже насмотрелись наши посиделки. Вам уже хочется покопать вместе с нами. Пацаны ходят по верхам, около лагеря там еще один шурф разрабатывают. Пуговка там интересная была, походу гусарская. И вот мы с Пашей вчерашний шурф продолжаем. И монета. Долго я к ней шел, упорно. И вот куда я ее, зараза, положил. А вот. Вот это радует тем, что это двадцатка. Неплохой сохран, не затертый. 31-й год. Было еще несколько здесь сигналов. Очень интересные. Звезда, собственно, ручная, кем-то вырублена. Я вчера вам еще показывал. Из пятака вырубали крест, а это сейчас из звезды, из алюминия. И пришивалась она, кстати, дырочки там есть. Вот, погода, к сожалению, гидрометцентр говорил, что сегодня будет плюс 15, но вообще не пахнет. Плюс 15 вообще не пахнет. Ну ладно, чё, хоть Паш? Дождя нет. А, хоть вчера. Дождя? Да, вчера, ребята, дождь был, и мы, считай, все промокли. Вчера, сегодня на костре сушились. Ну, все пережили, в принципе, ночь. В бодром здравии продолжаем. Ребята, вот у Паши сегодня первая монета. Причем монета, смотрите, как красивый пятачок, походу, да? Или трешечка? Трешечка должна быть. Что-нибудь 31-й, там, 30-й. Ну, зеленых сильных окислов нет, отойдет. Трешка. Какой-то 30 какой-то год. Да, попробую потереть. Что-нибудь натереть. Натереть? Да, а что там трешки? 35-й, что ли, дорогой? 30-й. Один из самых хорошо, распространенных. Ладно, продолжаем. Ребята, Паша монету ищет. А она вон она, верховая. Нашел? Вижу. Вон она. Вот Паша сейчас тоже только что находил монетку, двушку у него. А у меня... Это никель, по-моему, да? Да, сигналит, как никель. А то этот след такой от лопаты, под серебро. Да, пятнашка 46-й. Самая распространенная. 46-й год. Вот. А Паша двушка была. Паша, двушку тебя какого года не разглядел? 36-й. 36-й. Ну, нормально. Пойдет. Ребят, смотрите.
Пацаны, с пятницы здесь копают. И вот смотрите, они ходили по верхам, а именно в другом месте. И уже я могу вас порадовать вот такими вот монетками. Трешка вообще огонь, ребята, прям бомба. А это моя которая? Копеечка. Одна вторая копеечки. Вот, ну и вот эти вот обычная капуста. Вот, так что сегодняшний коп, я думаю, будет не хуже. Думаю, будет тоже прилично. Но это с других, это с полей, с холмов, с огородов. Пацаны на сутки раньше уехали. И вот, к нашему приезду, вот так вот накопали. Зачетно? Зачетно. Ну что, ребята, я могу с довольным лицом вам отснять вот такую монету. Смотрите, крупненькая. Капуста. Нет, трешка. Трешка николаевский формат. Вот, трешечка, смотрите, какая. Тоже николаевская? Да. 1895 походу. Или третий. Вот такая вот монетка. Медная крупная монета. Пойдет. Что там у тебя, Паша? Один галлон. А, я думал, наперсток. Я думаю, ничего себе, он что, золотой, что ли, наперсток? Так блестит. Одеколона. Пластик, да? Не, нет. Ну, алюминий. А. Ясно. Ладно. Итак, ребят. Опа. Паша вывернул вот этот камушек. И здесь тоненький-тоненький сигнал. Деус показывает. Ваниш тоже хороший медный сигнал показывает. И вот сейчас в прямом эфире хотим найти. Хотя и серебро так может сидеть. Вон она. Блин, ну это явно не монета. Ну вот. А такой тоненький-тоненький хороший сигнал был. Это может быть монета, которую да включили? Да ничего себе, только здоровая. Ну-ка, подожди. Как таз? Ну да, это однозначно монета. С пятака, вот, наверное. Здесь кулибин, блядь, столько всего перепортил. Ага. Может, и можно разглядеть. Ну, чуть позже скажем. Ну, толстая, ребята, толстая. Это, наверное, блин, пятак как минимум. А что за, не знаю. Даже больше пятака, Паша. Ну, не десятка, может, он точно. Больше пятака. Ребят, смотрите, Паша какую там яму вырыл. Ну, а я это, иду к концу венца. Вот немножко выдираю оттуда. Две минутки назад была десятка 38-го. А вот выпал в камушки. Камушка ломал. Еще ледяная, смотрите, ледяная. Пятачок. 5 копеек. 53-й год, что ли. Что-то. Ну что-то в этом роде, 53-й. Ваниш на них реагирует очень. 52-й. Вот такая вот монетка. Идет. Бля, руки с непривычки трясутся. Ну что, ребят, потихоньку я стал присыпать свой фундамент. С этой стороны уже присыпал. Вот сейчас вот подкоп делаю и потом обрушу. Ну, тем самым присыплю, потому что здесь уже невозможно. Еще ледник, колоть приходится. И вот, ребята, звонка сигнала. Вот, пятачок. Вот. Ванквиш мимо таких монет не проходит вообще никогда. Звенит как медь. Вот, старый, да, да, по-моему, старый образец. Вот такой вот пятачок. Продолжаем. Да, кенгух? Кенгух у меня уже устал. Глаза красные. Но природа. Ребят, вот с такой глубины выпала вот такая вот. Что-то непонятное, от ветра отодвинусь. Я не от Паши отворачиваюсь, а от ветра, ребят. Вот такая вот интересная штучка. Что за штучка, сейчас почищу, если что интересно, вы об этом узнаете точно. Вот такая вот вещица. Итак, ребят, там Паша нам сюрприз какой-то готовит в камушке. Ну, это зелененькая, и это, скорее всего, царская. Нет, Паша, интрига. Или да? Да.
Царская копейка. Царская копейка, да. Говорю, Николай скоро был. Ага. Да-да-да. Год, к сожалению, пока... А, второй, что ли? 1902. 902? Да. Серьезно. По-моему. А, четвертый. Ну-ка, стирай, еще двойку стереть. Два года стереть пальцем, да? Фух, я... Можно было, да? Да, сейчас я подрезаю, ребят. Сравниваем, пойдем двойки. Итак, ребят, пришло время с вами прощаться. Все мы уже разбегаемся, уже собираем вещи. В общем, пришло время находок. В общем, ребят, вчера хорошо посидели, копали мало, находки, кое-кто подарки получил, и сегодня узнаем, что вот, например, некоторые подарили то, что не помнит сегодня. Вот так вот, ребят, у нас получилось. Откопали классную копейку, вот, Елизавета, Рустик откопал, ну и вчера он это, немножко, наверное, это... Порывы страсти Паша ее подарил. Ну, казанскому. Но монетка хорошая, сейчас вы увидите на обзоре. Чего мы... Конечно, план у нас перевыполнил Паша, который вчера раньше времени приехал. Вот, в общем, это... Хапанул ништяк. В основном, основная масса меди у него. Вон там он на капоте уже находки раскладывают. И сейчас мы посмотрим. Ну что, открытие состоялось... Как-то вот так вот. Ну, в основном мы вчера, ребята, отдыхали с парнями. Вот, знакомились по находкам. Что интересное? Вот такая пуговка, ребята. Пуговка очень интересная. Я предполагаю, она пустотелая внутри. Я предположил, что это гусарская пуговица. У них такие вот именно были. А дальше. Вот такая двадцатка. Одна из серебрушек у нас сегодня есть. На фундаменте на одном шурфил, где рукожоп, даже не рукожоп, а народный умелец вот такую звезду делал, и он ее пришивал. Это раз. На этом же фунде была вот такая вот пятачок, из нее вырубали, наверное, все-таки ополченческий крест, потому что, видите, здесь вот такой вырез, и как раз на таком кресты бывали. Так, крестик. Крестик оказался у меня алюминиевый. Затем вот такой вот образок, рисунок проглядывается. Вот, почистим, посмотрим. У меня по царям из шурфа двушка рядышком с шурфом, шурфа трешка. Вот, дальше что? Выскочила у меня серебрушка, серебряная 10 копеек. Ну, в общем, игла. Иглу я вам не показывал. Вот такая вот игла была. И от примуса. От примуса. Ноги себе поставишь. Вот у Сереги двушечка. Именно с огородов, с задов вышла. Причем он мне говорил: Саня, иди снимай. Ребят, видите, вон вдали Серега кричит: иди снимай. Когда она прям на поверхности была, дождик ее вымыл, и он ее обнаружил глазами. Здесь что? Одна-вторая копеечки. Затем трешка 71 и 904. А, у Паши Казанского. Вот, про это я говорю вам, ребята. Рустик подарил Паше вчера. 1795 год. Смотрите, какой сохран бодрый, а. Какой сохран, смотрите. Здесь даже видно номинал. Хороший. И подарочек, подгона хороший. Двушка 24-го тоже Пашину не снимал. Вот она, двушечка 24-й. И три царика. Это мы с фундика. Вот эта кучка. У нас с фунда вышло. Тяжело сейчас копать, очень тяжело. Снег еще промерзло все. Но я думаю, через пару недель уже смело. Вот. Вот такая красавица у Паши. 1841 год. Трешечка. Вот, повторюсь еще раз. Они выехали на сутки раньше и ходили по полям, по лугам, по холмам. И это все с холмов. Монетки достаточно бодрые все. Не затертые. В общем, в ходу были мало. Так, вот такая тоже красавица. Хочу отметить.
1-2, 1842 год. Хороший, бодро. В общем, хочу отметить несколько вариантов монет. Вот это хорошая, прям зачетная. Затем вот это вот зачетная, хорошая. Вот такая вот трешечка, тоже зачетная. Вот. Ну, остальные надо чистить и смотреть, какие сохраны у этих монет. Так что, все, ребят, лагерь мы прибираем. Все чисто, аккуратно. После нас срача нету. Вот. Сжигаем. Так что завершаем свой коп. Парни, всем пока, да? Наша толпа. Ну, не знаю, сейчас, наверное, еще ПС в конце видео будет. Как мы будем возвращаться домой. Вчера... Надеемся, через час. А не через 4. Да, Паша хочет прорваться быстро. Но не знаю, как получится. У нас Боб уехал. Не знаю, как получится ему проехать. Но постараемся. Ну, старание это одно, да. А в реале это совсем другое. Время покажет. Ну и в конце видео вы тоже увидите, сможем мы проехать или нет. Не прощаюсь. Итак, ребят. Мы как бы еще не тронулись, да? А уже встряли. Все, говномес начался. За раскачкой давай. Толкаем, толкаем. Че, пацаны, плывем? Плывем, ребята. Смотрите, че, блядь. Ладно, у пацана хоть шнорки есть. Все. Че, Дэн, все? Ёпта, да здесь не проедем, ёпта. Лучше вон там, вон. Вон там не пройдет. Вон там, вон, можно с разгона. Серега решил посадить вторую Ниву. Да, разгоняйся только. Вторую Ниву решим посадить. Да все, блядь. Не газуй, Сережа! Сейчас размотаешь все! Накаркал я, да, ребят? Видео не заканчивается, а только начинается. Можно рыбачить прям. Да, можно, блин. Одна наклейка стоит, вторая наклейка стоит. Это вот так, когда мы наклеили, без наклейки прошли в легкую. Тяжелее стали, да, с наклейками точно, блин. Вот такая конструкция здесь, блин. И вот туда сейчас. Натяжечку делаем. Во, пошла, пошла, давай, давай, Сережа. Ёпты. Давай, 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 Сережа. Пошла, пошла, родимая. Давай, давай, хорошо. Так, одной проблемы меньше. Одной проблемы меньше. Ну что, дамы и господа, сейчас через этот вот небольшой водоемчик Александр у нас будет преодолевать. Потому что там мы все застряли вообще. Набирает обороты. И успешно проходит дистанцию. Ну что, ребят, китаец протоптал дорожку. У-ху! Красавцы прошли. Так, еще два красавца остались, еще двое. Ждем остальных. Так, вторая Нива, Серега. Красава, красава. Вот и Нива испачкалась. Вот. Сейчас вон Патрик. Тяжеловес идет. Я думаю, проблем-то у него не возникнет. Вторая. Прошел, прошел. Все, ребят. Одну проблему мы выполнили. Но сами видели, да? Вчера вы видели, где мы проезжали. Это нам все предстоит. Вот. За ночь река разошлась, и как бы водичка здесь прибавилась. Чё, пацаны, перекур, да? Пусть машины отдохнут, а то... Пока теперь, точно. Точно пока? Я сомневаюсь.
Ну что, ребят, не заснял я то, что сейчас я совершил. Очередной подвиг совершил. Нивы торчат, застряли, и мне прокладывать новую клею приходится. Сейчас сугробу здесь протоптал, лужа там, а Нивы сейчас УАЗик будет стаскивать с клеи сюда вниз. И пойдем вдоль полосы, потому что по дороге Нивы на пузо садятся. Жижа, грязь, скользко. В общем, Нивы на пузе сидят, и толку никакого. Да, легкие проходимости есть хорошие, но на пузо садятся, на пузо. А с клеи сносит. Нива торчит один. Нива торчит, он там два. Вторая на пузе там села. А первая из клеи вышла специально по бровочке пройти. Но сносит. Снесло и снова на пузе. Вот такая здесь жижа. Вот и... Здесь вот вроде проехал он немного, но все равно сносит, сносит все в клею и на пузо садится. Ну вот сейчас он, Паша будет выдергивать их, тоже будет номер 40-й. Будем сдергивать сюда, в обрыв. Ну что, процесс первый выдергивания Нивы идет. О, хорошо, вообще спокойно. Давай еще тяни, пускай выйдет оттуда. Ишь ты! Хорош! Блин, ребят, сейчас такой кадр был. И Илюха как за машинкой бежал по детству. Сейчас, ладно. Нива. Сейчас натяг пойдет. Ой-ой-ой. Сейчас, блядь, как трос нахуй поеб... Давай, давай, пошла, пошла, хорошо, хорошо, пошла. Еще раз так же дерни. Висит, висит. Прям видно, висит. Паша, дерни. Мне не хватает рывка. Паша тоже шлифует. Все, ребят, вторая попытка. Натяг не пошла, сейчас дернем. Чуть-чуть. Илюш, ты тоже дергай, Илюш. Во! Я же говорю, Илюша, дергай, блядь! Вот Илюхи не хватало. В другую сторону выворачивай руль. Дергай, дергай, Паш, а то он сейчас свалит. В другую выверни руль. Нет, нормально, нормально. Ой, блин. Блин, повидали как... Прямо поставь, прямо, блядь. Прямо руль. Все, пошла, пошла. Все, вышли. Хорошо. Нива по моим накатанным. Иди сюда. Прошел, хорошо, хорошо. У вас пошел. Хорошо. И Серега один. Сиди. Красавчик. Паша едет напоследок, последний. Говно месим, да, ребят, говно месим. Давай, 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 давай. Ай, хорошо, молодец. Тормоза не греются. Что там? Я говорю, тормоза вообще не греются, охуенно все снегу. Вот они, ребят, у меня новые диски появились. Смотрите, какие диски, а, красивые. Ребят,
О, я даже надпись знаю теперь, какая у меня резина, блин. Помылась немножко машина. Немножко помылась. Пацаны где-то встряли. Конечно, здесь в такой жиже нежелательно останавливаться. Но и бросать товарищей тоже нельзя. А вон они выскакивают. Вон он, Серега. И там УАЗ. Ну, с УАЗом Серега не пропадет. Что-то там стоят. Ребят, Патрик нас оттаскал. Теперь мы и Патрика таскаем. Ой, красавчик приехал. Почти, 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 почти. Серег таскает. Все, ребят, у вас вышел. Стоило только мне подойти, блин. Молодец, у вас, да? Ай, стоило только мне подойти, ёшкин кот, блин. Блин, Паша опять застрял. Опять застрял. Сейчас, надеюсь, выскочит своим ходом. Да, тяжело, тяжело. Но это еще один небольшой участок. Там еще есть одна очень противная вещица. Я думаю, вам обязательно на этом сюжете, наверное, будем заканчивать. А сейчас еще приключение не закончено. Вон Паша, блин, назад сдает. Машина пока двигается, это хорошо. Когда встанет, тогда уже плохо. Ребят, друзья познаются в беде. Вот пацаны, как бурлаки, меня тащат. Вот так. Сейчас кто-то скажет, вот смеется, пацаны тащат. Ну что, ребят, приключения закончились наконец-то, да? Все вы видели, помесили. Вот, ну что, ребят, закончились наши покатушки. Откопали. Да блин, вроде пишет. Дубль 2, ребята. Почему 3, проверка связи, дубль номер 3. Да, ребята, дубль номер 3. Оказалось, у меня третья камера с собой. И вот, смотрите, красота. Несусветная. Да-да. На этом фоне моего копа. Ой, смотрите, лепешки как сваливаются с двери. Сука. Сорян. Жопа полная. А вот красавец. Рекомендую. В кавычках. В кавычках. В кавычках. Не вырубай, пацаны, ну не обессудьте. Дубль номер 3. Передавайте всем привет. Коп, коп был классный, зачетный. Вот они все герои. Сергиевцам огромное спасибо. Выручили сегодня. Здорово. Вот, Паш, еще раз тебе слово. Как тебе? Самарские просторы, как наша грязь. Классно, такая жирная, да? На татарстанскую похожа. Похоже, да? Так сказать, с отдельным привкусом красоты, да? А привкусом? Не забывай, что есть одна Оскара, она лечебная. Да, да. А может набрать кучку? Я-то думал, кто-то подает, а это Серновоз, оказывается. Ты просто не мой машину, а довезешь до Казани. Да, скажи, этот самый. Лечебная грязь, мажьте лицо. Морщин вообще не будет. Наклеечки ребята сделали. Вот он. В Казань поедет. Это у нас в Сергиевск поедет. И это в Самару поедет. В общем, новые логотипы, ребят. Будем разыгрывать у нас на стримах. Вот, победители будут получать. Вот. Сергиевцы, передавайте привет. Я думаю, сергиевчане, да? Сергиевцы. Вас сергиевчане зовут же, да? Сергиевцы. Сергиевцы, да? Сергиевцы. Вот. Все, кто их знает, ребята. Сергачи лучше. Да, сергачи. Подписываемся, ребят, подписываемся. Ладно, все, я думаю, сейчас на этот раз все записалось. Кингух, привет передавай. У тебя тоже аудитория уже любители. Ой, блин, грязный. Сейчас купаться поедем на сок. Не, сейчас вроде это здесь пусто. Так, да, актеры зачем? Уже устали, ебать. Актер? Режиссер, ты не очень, ебать. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего,
а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо.